Пассивный залог, часть сороковая. Время present perfect, настоящее совершенное время в пассиве. Итак, present perfect passive. Давайте изучим эту конструкцию. Итак, for example. Как мы с вами скажем, во времени present perfect он сделал эту работу. He has done this work. He has done this work. He has done this work. Теперь нужно образовать present perfect. Present perfect passive. Present perfect passive. Сказать, что работа была сделана им во времени present perfect. Как мы с вами скажем. Образование очень простое. Have has plus been plus past participle. И третья форма. Plus past participle. Have has plus been plus past participle. Итак, значит, получится the work. The work has been done. Третья форма от do это done. The work has been done by him. The work has been done by him. И возникает вообще вопрос, зачем нужен present perfect passive? Ну, на самом деле, конечно, мы могли бы сказать во времени past simple. Если мы скажем во времени past simple passive, то схема образования, соответственно, was were. Plus past participle. И третья форма. Plus past participle. Was work plus past participle. И тогда бы это предложение звучало the work. The work was done. The work was done by him. И действительно, в действительности мы с вами в основном используем past simple passive. Но иногда также мы используем и present perfect. И тогда иногда мы с вами используем present perfect passive, особенно же если это касается каких-то временных указателей. Например, мы хотим сказать, работа уже была сделана. Уже это временной указатель времени present perfect. И хотим мы того или нет, мы должны с вами использовать не past simple passive, а present perfect passive. So, what we have is, что мы имеем? The work has been, the work has been already done. Already. The work has been already done. Работа была уже сделана, или работа была только что сделана. Ну, в разговорной речи, может, так и встречается, но, конечно, по правилам сказать «the work has already». Already ставим сюда. «The work has already been done». Или же мы с вами скажем «работа была только что сделана». «The work has just». «The work has just been done». «The work has just been done». И, соответственно, работа еще не была сделана. The work hasn't been done yet. The work hasn't been done yet. Работа еще не была сделана. The work hasn't been done yet. То есть, в принципе, если есть временные указатели, то, конечно, мы вынуждены употреблять именно это время. Давайте с вами проверим и повторим, чтобы не было никаких у нас опечаток и разногласий. So, he has done this work. Present perfect passive, have has, plus been, plus past participle. So, the work has been done by him. Past simple passive, was were, plus past participle. The work was done by him. And so we have examples, у нас есть примеры, with present perfect passive. Да? Мы употребляем эти указатели непосредственно после have или has. The work has already been done, the work has just been done. И yet мы с вами употребляем на конце, в конце предложения. The work hasn't been done yet.